Хорошо. Очередную прямую телефонную линию с жителями Ленинградской области провел вице-губернатор 47-го региона Михаил Лебединский. Жительница поселка Кипень Ломоносовского района пожаловалась на отсутствие в доме холодной воды. Сначала ее выключали только в ночное время, а теперь ее нет и в дневные часы. Руководство района об этой проблеме знает. Подземные источники воды в этом месте за последние годы сильно обмельчали, и пришлось ввести режим экономии. Чтобы исправить положение, можно войти в областную программу и купить накопители чистой воды. А еще лучше провести отвод от магистрального водопровода, что в 20 километрах от поселка. Но это дело будущего. А сейчас, вероятно, лучшим выходом из сложившейся ситуации был бы подвоз питьевой воды. Звонок из Волосова. Холодно в многоквартирном доме. Ему 30 лет, и каждую зиму люди мерзнут. В квартире, дозвонившейся на прямую линию женщины, температура плюс 13, а в ванной комнате и того меньше, плюс 8. Глава районной администрации сообщил, что температура в последние дни понизилась из-за недавней аварии на котельной, обслуживающей этот район. Но сейчас неполадки устранены, и в дома подается вода температурой 80 градусов. Михаил Лебединский пообещал, что в ближайшее время к жильцам подъедут специалисты из района и досконально проверят, в чем причина. Житель Кировского района поинтересовался, когда же состоится давно обещанное расселение аварийного дома, в котором живет его семья. Руководители района разъяснили, что программа расселения временно приостановлена из-за противоречий между собственниками нового жилого фонда, в котором и предполагалось предоставить жилье нуждающимся. Как только эта проблема будет решена, программу вновь продолжат. Всего за час общения с жителями Ленинградской области Михаил Лебединский успел ответить на 8 вопросов.